Ну вот был нанесен удар в районе ЖД вокзала. Это вот она, вот эта дынги горит? Это что видите, да. Видать, или поправка на ветер у них неудачная, или корректировщики. Ну, там бить не почему было. Так там же люди. Там только живые дома. Или они хотели ответить по вокзалу, или по людям. Это провокация. Одно скажу, что мы на эту провокацию ответим им. Потому что вот эти твари, что творят, вот мирных граждан бомбить и так далее. Терпели. Достаточно. Политика, политика, мы понимаем, на камеру они все красиво говорят, но на деле мы видим. Мы идем вам отвечать. Все, сейчас я выдвигаюсь по районам, буду зачищать. Давай. Так, всем готовность номер ноль. Алло. Дяги. Я захожу в поселок, по 4 человека на перекресток буду зачищать. Внимание! Малыми группами они выходят с аэропорта. Идем сейчас цепью. Там распределяемся по кварталам. Не даем никому выйти. С нами Бог, никто ничего не боится. Они сейчас будут малыми группами заходить в поселок. Пойдем просто на стратонавтов, на Спартак. Сейчас выдвинемся малыми группами в каждом квартале, чтобы не дать им возможность нагадить там. Потому что они сейчас, уходя, думаю, будут кусаться. И кусаться они могут только по безоружным. Из-за этого не дадим эту возможность. Застрахуемся и зачистим аэропорт. Достали они уже. Чего им дома не сидится? В обязательном порядке ситуация изменится к лучшему. Мы не зря сюда пришли, потому что мы тут живем. А вы где? Вот. Ну и мы вот. Да нет, они сейчас градом отработали. Давай, давай, подтягивайте сюда и дальше пойдем. Это видишь, это болела пушка в детстве, это нормально. Тут забор мешает. Да, хирург. Гаражи и болото. Минометами и грады, да? Это который к вам ведет, да? Так. Чуть-чуть. Тихо, пошло что-то. Со стороны собора?
понял. Прямо перед нами. Мы. Оплот. Оплот перед вами прямо, да. Они нормально закреплены, что они терминал просматривают. Тогда соседний, помнишь, куда мы этот снайпера сажали? На пятиэтажку, что ли? Соседние недостройки. А, ну. Там через забор зайдите, там позицию займите, чтобы просматривать именно терминалы, здания уже наши. Понятно. Вы подтянете, имейте в виду, что справа от вас Перу. Храм! Ну что, привет могу передать? Россиянам, братьям. Ну, жене привет. Расскажите, что там впереди? Укропы сидят там впереди, гады. Выдалбываем. Много их? Без понятия. Когда выдолбим? Скоро. Скоро, планируем очень скоро. Взялись плотно. Пушками, танками. Выкурим. Он с гостиницы уже выкурили, осталось с подвала выкурить и все. А никто английскую не хочет выучить? Блин, замахали, да. По-русски говорим. Из этого не будет ждать. Там они через подвал в гостиницу. Там такие же, да, трое нахуй. Да, нормально. А что там? Да, командир на паве. Жесть! Кроют. Как потом не пойти им по спине не постучать? Не знаю, я поебал, не думал. Говорю, что было? Тут ваши, в принципе, да, уже в метрах? С левой стороны уже 3 дня наши, с правой стороны. Тоже ваши. Наши уже здание держат неделю. Здание это все пустое. Lexus Center и... Не, вообще вот это все здание пустое. И иногда приходят через подвал чисто снайпера работать, но сейчас уже там их нету, потому что стреляют с терминала. Если что, мы можем вот сработать по этим окнам, вон, видишь, верхние окна, вот эти вот, верхние и нижние, по этим можно сработать. Просто помощь, если понадобится, только можем, только вот это вот. Ну да, больше ничего не сможем. Проблема. И еще этот, настройте 438-75. Его укроп, что ли? Да вот он их. А? 433-75. Уже поменяли? Нет! А то мы тоже недавно слушали. Мы их вхерячим, а они нам рассказывают. Да. Где там потолки падают? Рядом, да, не долетело. Сколько? Give it up, husband. И тебе привет. А? Не, это мои как и были на тех позициях, которые обозначал эти лево и право. Ну, больше не продвинулись. Метры, наверное, заходили мои, отходили. Они там не будут, там простреливается все. Не, лупите нормально там. Единственное, слышь, на терминале снайпер нас... Слышь? На терминале там один снайпер моих ребят этот лупил. Огонь! Все. Sure.
Нет, сейчас. Еще один камера не раскроена. Все уши держим. Кирты открываем. Заряжай. Ну давай, да. Огонь! Попали! Да. Давай, летяну! Побежала, хватит со снарядом. Нынче надо покататься. Одна живая бэшка еще. Он говорит, бэшкой прочеши зеленку. Тот говорит, ты с ума сошел, говорит. Бэшкой, говорит, против танка работать. А, хорошо. Абхаз на связи. Побеседуй с ними. Дадим вам коридор, пусть уходит. Ну, дровушка самое главное было, что он получает это. Аха, принял? Плюс. Вышка, вышка Абхазу. Я бы не давал коридор. Кто там еще был? Броня, боксы, броня. Боксы, боксы, бокс 2, ответь Абхазу. Вышка, не надо переходить на телефонный режим. Выйди на связь. Вышка Абхазу. Мне кажется, они изменили частоту. Да это они скорее тишину дали, на телефоны перешли. Им невыгодно, сейчас они будут паниковать. Сканируй пока сеть. Вышка Абхазу. У вас есть 15-20 минут край. Надежда на то, что идет подкрепление, вас обманули. Выйдите на связь, решим наш вопрос. Мы слушали их переговоры. Видим, что им не очень хорошо, что какие-то надежды не теплят, бьют по городу. Ну, решили мы им объяснить ситуацию, потому что ребята, может, и в неведении находятся. Сказали, чтобы они не ждали подкрепления, что это все наивно, что не стоит нести каких-то потерь. Просто тихо, мирно предложили им сложить оружие под, конечно, нашу гарантию. Но вот они ушли в тишину. Ну, надеюсь, что разум преобладает, чем мнимая их политическая идея. Я думаю, все-таки придем к общему. Ну, не придем, тогда будем зачищать, что делать. Они уже достали там 1 числа детей в школу отправлять. Они сегодня разбомбили школу, детский садик. Ну, не можем мы так допускать уже. Так что перемирие они не соблюдали. Почему должны мы его соблюдать? Но их не ответ, что по ЖД вокзалу, что по школе, мы пойдем на штурм. Вышка Абхазу. Ребята, не истерите, выйдите в эфир. Да тихо. Сейчас. Что насчет нашего предложения закончить миром? Решает. Сколько времени вам надо? Просто реально говорю, ребята, подкрепления там нету. Не надейтесь. Я принял, но это не от меня зависит.
Вчерашний ваш эфир, где вы фамилии, имена называли, все четко знаем. При сдаче бумаги отдадутся вам, вы сами их уничтожите. Подождите.